Сборная Казахстана готовится к заключительным матчам отборочного турнира к чемпионату Европы 2020. 16 ноября подопечные Михала Белека сыграют против сборной Сан-Марино, а 19 ноября против команды Шотландии. Обе встречи пройдут в выезде. Защитник Астаны Абзал Бейсебеков из-за болезни покинул расположение сборной Казахстана по футболу. Вместо него из резервного списка вызван футболист костанайского Тобола Дмитрий Мирошниченко. После 8 туров сборная Казахстана занимает предпоследнее, 5-е место в отборочной группе, набрав всего 7 очков. В активе Шотландии 9 баллов, у Кипра 10, а Сан-Марино очков пока не набрал.